Совсем недавно умерла Илона Новоселова, и кто-то считает ее мошенницей, а кто-то злой ведьмой. Так ли это на самом деле, и что вы можете сказать о ней? Ну, Илона тоже прожила очень тяжелую жизнь. Надо сказать, что поддержки не было ни от кого, она была сама с собой. Хотя у нее были друзья, были знакомые, но чтобы ее поддерживали, нет. Более того, ее травило телевидение, и травило по заказу других экстрасенсов, то есть там проплачивали определенную травлю. Вот. На нее давили, безусловно, это влияло и на нее заработок, и все. Говорить о том, что она мошенница, я не могу, потому что я вижу очень много различных экстрасенсов по телевидению, и действительно там очень много мошенников и тех, кто совершенно не знают свое ремесло, потому что тот человек, который смотрит, если это профессионал смотрит, это видно. Илона обладала достаточно серьезными знаниями. Первое, что, знаете, когда я ее видела, когда она работала на битве экстрасенсов с платком, я сразу поняла, что это профессионал. Когда она потому что платок — это, в принципе, забытое знание. Я его сейчас, ну, сейчас как бы я его подымаю, это знание. И когда я видела, как она с ним работает, я сразу поняла, что это человек, который очень глубоко работает со всей вот и с магией, и знаниями обладает. И что он получает эти знания не из книг, что очень важно, потому что в книгах ничего нет, а из первоисточника, то есть к ней приходят эти знания. А если говорить, конечно, о плохой и хорошей, конечно, в большей степени она черной магией занималась. Но при этом она и исцеляла. Я просто говорю, что в большей степени, да? Вот. Что касается ее смерти, конечно, очень жаль, что такой человек ушел из жизни, но она, в принципе, была к этому готова. Она устала от жизни очень сильно, она была к этому готова. И это не самоубийство. Это случайность, нелепая случайность, убийство. Ее убили, ее столкнули с балкона в порыве ссоры. Вот. И она упала и разбилась. Но как бы в этот момент она собиралась уйти. И даже не нужно быть для этого там экстрасенсом, чтобы видеть, она была одета. И одета она была не по-домашнему. На ней была обувь. Она действительно собиралась уйти, произошла некий скандал, некая ссора, и она, в общем-то... Но уйти явно не через балкон собиралась. Не через балкон она собиралась уйти. Ее не выпускали, были определенные семейные разборки, да. И после этого человек просто упал. Естественно, это быстро замяли, там начали придумывать какие-то истории, кто когда во сколько пришел домой. Кто-то смотрел телевизор, кто-то в этот момент ел, а она сама залезла и прыгнула. Дело в том, что самоубийца, который вообще захочет прыгнуть с балкона, тем более такого уровня, как Илона, если он захочет сделать это назло другим, он сделает это при ком-то и оставит посмертную записку. Вот. И что-то должно было бы этому предшествовать, а ничего именно предшествующего этому, что она грозила. Она любила мужчину очень сильно, она переживала очень сильно за него. И прыгать бы с балкона она не стала. Угу. Это совершенно точно. Даже так?